Война России против Украины имеет ужасные последствия для народа Украины, несет серьезные разрушения. В то же время весь мир ощущает последствия этой войны. Мы в Европе, в Германии тоже ощущаем это в виде высоких цен на энергоносители, инфляции и, конечно, того, что нам приходится решать вопрос энергетической безопасности. Однако мы очень быстро решили, что мы хотим сделать все для того, чтобы гарантировать энергоснабжение Германии газом, независимо от поставок газа из России. И поэтому в начале года мы приняли решение. Мы хотим построить терминалы на побережье Германии в кратчайшие сроки. Терминалы, которые способны обеспечить эти поставки, независимо от трубопроводов из России.